Последний кусочек бекона. Мне! Тебе. Малышка опять едой бросает. Уилсоны – самая обычная семья. Папа! У тебя есть время с нами позавтракать? Не, ребятки, мне на работу. Покормите собаку. Он не любит есть. Лови аргонавт. Самыми обычными проблемами. У нас худшая мачеха на свете. Есть секунда. Но то, что должно было стать необычным подарком... Мама говорила, что это защитит меня даже в самые тяжелые времена. Ты правда мне его даришь? Стало оружием безумного гения. Этот прибор может остановить время, и миру конец! И разоблачила... А это что за парни? Войдите в комнату для паники. Их мачеху. Здравствуйте, дети. Я шпионка. Да это прикол. Это не прикол. Пес разговаривает. Дай пять. Режим охраны, режим атаки. Лучше оставить в режиме охраны. Ты права. И теперь самым лучшим шпионом нужно добыть сапфир Хрона, который сейчас в руках злодея. Понадобится их помощь. Внимание, дети шпионов, помогите вернуть ожерелье. Чтобы спасти мир. Первый, кто доберется до злодея, победил. Заметан. Этим летом. Так ты шпионка. Ну вообще, даже круто. Обожаю свою работу. Когда время останавливается... Вырубайте свои гаджеты. Они не активируются. Все только начинается. Пора надрать вам зад. А ты зачем поможешь? Сейчас увидишь. Хорошо вам покататься! Чем младше шпионы... Ты самая крутая шпионка на свете. Тем круче приключения. Все меня вырвет. Вот, держи. Дети шпионов 4. Аргонавт, сделай что-нибудь! Режим атаки! Активирован! Ой, обожаю так делать! Кино 18 августа в 4D.